Короче, здравствуйте, дорогие друзья, с вами интернет-канал Максим Мадзе, и сегодня мы снова поиграем в игру Gminer 2. Я вам уже показывал эту игру, нулевая серия. Я сказал, что если она вам понравится, то мы будем ее проходить. Что ж, там где-то 60 просмотров набралось, это, ну, для моего канала пока что это неплохо. Пока что это неплохо, и... Я скачал полную версию. И, кстати, меня кое-кто просил упомянуть его. Вот у меня на телефоне, вот у меня на телефоне, Xiaomi Mi 8 Lite называется. И у меня там проблемы с этой игрой возникали. Я устанавливал одну из этих версий, там были проблемы. Там на улице, когда там палатка, магазин, там были проблемы. Там дерево и фигня, где висело белье, немножко в воздухе торчали, а под ними было черное небо. Точнее, там не небо, а какой-то черный кусок был. В еще более старой версии, помимо этих недостатков, там еще были... там улица была вся яркая, контрастная. И... это, конечно, мелочь, но все-таки некрасиво. И я скачал последнюю версию, самую последнюю версию этой игры, пиратскую. Ну, платить просто не хочется. И... но у нее была проверка лицензий. И мне Рустем Велиулаев, самый преданный, наверное, подписчик на канале, посоветовал Lucky Patcher скачать и с помощью него отключить проверку лицензий. И помогло. Спасибо ему за этот совет огромнейшее. Ну ладно, мы начинаем. Что же у нас здесь интересного? Во-первых, менюшка появилась, логотип игры. Он, конечно, простой, но ладно. Когда вы первый раз установите вот эту полную версию игру, у вас будет только одна кнопка на этой страничке. Туториал. Он абсолютно такой же, как тот, что мы видели в демо-версии. Однако после того, как мы либо пройдем его, либо скипнем его, мы больше не сможем поиграть в него. В предыдущих версиях можно было, теперь нельзя. Ну ладно. Это, конечно, не так страшно. Короче говоря, мы будем проходить раздел Expeditions, тут разные задания. Ну, перед этим я вам покажу фриплейный режим, там кое-что новенькое есть. Есть мультиплеер, правда, я его не проверял. Bluetooth мультиплеер, реально не проверял его, не доводилось, да и способа-то нет. Control Type, у меня тут все настроено. Вот фриплей. Когда мы в демо-версии заходили в раздел фриплей, нас сразу же перекидывало вот в этот фриплейный режим. Там все. И там было несколько вот таких вот уровней сложности. Нам был доступен только изичный режим. Это вот этот. Все остальные не были доступны. Все остальные были доступны только в полной версии. Ну ладно, мы... Kids — это... режим для детей, там нет здоровья, оно бесконечное, мы не будем умирать. Короче, очень простой режим. Есть легкий, есть чуть-чуть посложнее, есть сложный про, а есть хардкорный, экстремальный. Он заключается в том, если я не ошибаюсь, что-то похожее в Майнкрафте было. Хардкорный режим есть в Майнкрафте, где после твоей смерти мир удаляется. Это то же самое. Экстрим — это то же самое. Ты там, когда умираешь, там камень на тебя падает. Или ты в лаву падаешь. Не помню, есть ли лава в фриплейном режиме. Ну, в общем, когда ты умираешь, тебя камень раздавливает, то все. Даже если ты сохранился, то твое сохранение стирается. И там все очень сложно. Помимо всего этого, в полной версии есть классик фриплей. Оригинальный Gminer, но чтобы в него поиграть, у вас на устройстве должна быть установлена игра Gminer Dig Deeper. Это полная версия первого Gminer. Если ее не установить, и этот режим работать у вас не будет. Здесь 5 уровней сложностей. И давайте прям экстремальный я вам и покажу. Нас перемещает вот сюда.
И вот такой вот фриплейный режим в стиле первого геймайнера. Ну как, геймплей такой же, как в первом геймайнере. Я вам, может быть, покажу как-нибудь в отдельном ролике его. Он не такой, он гораздо менее интереснее, чем первая часть. Вторая, точнее. Но все равно надо показать ее. Вот здесь, наверное, надо будет камеру чуть-чуть опустить. Сверху шкала здоровья находится. Здесь у нас магазинчик такой. Покупаем предметы здесь. У этого предмета даже не изменилась текстура. А, нет. Или... Нет, изменилась, изменилась. У вот этого вот не изменилась текстура. Basic Drill. Короче, это первый GameMiner просто в стиле GameMiner 2. Графика из GameMiner 2, а так тут все абсолютно идентично. Но звуки разве что отличаются еще. Звуки из второго геймайнера и графика оттуда же. А так это тот же самый первый геймайнер. Не знаю, почему она просит геймайнер Dig Deeper. Не знаю вообще, как она зависит от этого. И вот. Мы, короче, добавим сокровища, идем к магазину, и у нас здоровье пополняется. О, нет, вы сдохли. Но поскольку вы играли на экстремальном режиме, ваша сохраненная игра удаляется. Так. Но я нажимаю ОК. Я нажимаю ОК, бля. Ну, я нажимаю. Ну, давай, работай, зараза. Куида. И есть еще один интересный факт. Все вот эти вот режимы, кроме вот этого, когда их запускаешь первый раз, попросят, предложат пройти обучение. Экстремальный режим не попросит. Можно там также сохранить в палатке игру и так далее. Может быть, мы как-нибудь с вами в отдельном ролике поиграем. Но а так мы будем проходить Expeditions. Начнем с основ. Есть легкий, сложный, хардкорный. Есть еще сезональный. В честь праздника Пасхи 5 уровней интересных достаточно. Есть в честь Хэллоуина тоже 5 штук. И есть в честь Рождества. Мы их тоже пройдем, они реально интересные все. Rainforest и Techman. Я вообще никогда их не видел, не знаю, как они выглядят, я их никогда не покупал. Но думаю, что мы их тоже пройдем, купим их и поиграем. Ладно, начнем с основ. Этот первый уровень мы прошли с вами в игре в демо-версии. Он был в демо-версии бесплатный. Также в демо-версии был еще Temple Traps, Volcanic и Giving Back. Ну а мы переходим ко второму уровню. Здесь три звездочки причем. Сложно. Сложно, я хрен переведу. Что-то там. Castle Dig — это вообще крепость, копать что-то, блин. Ты археолог, что-то, блин. Мы археологи, блин. Я плохо, я не очень хорошо разбираюсь в английском языке, но стараюсь. Но есть, но здесь реально есть те вещи, которые хрен поймешь. У тебя есть целых три цели на этом уровне. Но надо главное, но надо выполнить главное из них, чтобы открыть следующий уровень. Есть еще дополнительные звезды, которые в качестве бонуса. А, этот уровень еще и зимний. О, прикольно. Прикольно, прикольно, прикольно. У тебя нет никаких артефактов, чтобы доставить их в музей. Нажимаем на звездочки и можем посмотреть, что нам нужно сделать. Так. Одна звездочка — это главная цель — найти лук. И еще две есть. Это просто бонусные. Мы, наверное, обе пройдем. Все три выполним, они несложные. Денег у нас нет. Ой, тут нету лифта. Мы тут по лестнице спускаемся. Бла-бла-бла, непонятно ничего. Многие жалуются, что в этой игре нет русского языка и толком иногда непонятно ничего без переводчика. Без переводчика. Ру.
Руинс, камни, блин, господи, как все сложно. Надо найти оружие. Короче, нам надо найти лук, с которого стреляют под землей. Еще надо, можно найти меч и этот, пульку. Можно, чтобы легче было искать, надо, можно использовать сейсмический сканер. Но его нужно купить. А у нас нет денег. Ничего не по... Это что было такое сейчас? Это что? Это что за глюк, я ничего не пойму. Ну-ка давайте перезапустим уровень. Да хватит мне это все рассказывать, а. Ну-ка давайте что-нибудь копанем. Да какого ж хрена, а? Давайте-ка я перезапущу игру. Что-то тут реально идет. Короче, осложнения стали сверх... Куда? Пошло, блин. Осложнения, короче, стали сверхсложными. Эмулятор потух, короче, вообще, вот после этого глюка. Пришлось игру всю переустанавливать и перепроходить тот первый уровень, который мы прошли с вами в демо-версии. И когда я пытался перезапускать игру, эмулятор все время вылетал. Все время. И пришлось, короче, игру переустанавливать. Не будем больше эту табличку читать, а то после нее у нас проблемы на... появились вот эти с кривой анимацией. Вообще такого никогда не было. Я первый раз такое вижу. Чтоб такие глюки происходили. Зачем я туда копаю? Лук вообще не находится не там. Ну ладно, зато вы увидели глюк, которых очень редкий. О! Это третья звезда. Мы нашли пульки. Надо еще лук найти. А он, возможно, где-то здесь. Тратится здоровье. Шкала, кстати, стала меньше по размеру, чем в демо-версии. Тратится, кстати, быстро очень. И съедаем сэндвич. А вот и лук. Вот он. Можем продолжить, наверное. Вот я понятия не имею, где находится меч. Но, возможно, он находится где-то тут рядом. Давайте прокопаем немного туда. Я помню, где-то с правой стороны находился меч. Возьмем золото, если... А то вдруг нам еще придется возвращаться в магазин. Хотя, думаю, не придется. Вот он меч, вот он. Ну все, мы выиграли, мы прошли этот уровень. Yeehaw! Отлично. Теперь мы можем переходить к River Crossing. Надеюсь, никаких глюков не произойдет. Что-то, если не ошибаюсь, сломался мост на другую сторону реки. Danger, бла-бла-бла. Найдите другой способ пересечь реку. Здесь у нас река. И нам надо попасть на другую сторону. Для этого нам понадобится копать. Ну-ка, давайте проверим. Я прочитал табличку. Не будет ли глюка? Не, глюка не будет. Слава богу. Не знаю, как вообще в тот раз глюк произошел. Надеюсь, больше такого не повторится. Как такое вообще могло произойти? Еще при том такой глюк, после которого игра отказывалась запускаться. Тут есть железо, которое дают деньги.
У нас один бутерброд. И мне кажется, нам надолго его не хватит. Вот мы железа много уже набрали. Давайте прямо сейчас сходим в магазин. Может, нам хватит на еще один бутерброд или... На немножко лестниц. Ну все, теперь я надеюсь, мы сможем. Блин, давайте поспим в палатке. Короче, как на том уровне глюк произошел. Я просто попасть на другую сторону реки. Я просто прочитал табличку и пошла корявая анимация. Затем я решил перезапустить игру, чтобы такой глюк исчез. Попытка перезапустить игру приводит к тому, что эмулятор зависает намертво. Зашибись, блин. Пришлось игру переустанавливать, перепроходить первый уровень. Так, там вода сверху. Просто копаем туда. Вниз. Проход там делаем. Бонус, блин, даете мне какой-то. Отличный камушек. Давайте поставим сюда палку. Подпорку, точнее. Зачем я тут лестницу поставил? Можно же было блок этот расколотить. Будем копать, пока вот это здоровье не кончится полностью. Все, копать больше не можем. Энергия кончилась. Надо съесть бутерброд. Что ж, надеюсь, нам и хватит на то, чтобы реку пересечь. Где мы уже находимся? Ну, еще долго копать-то. Стоп, тут дорога заканчивается. Найти луг, а теперь пересечь на другую сторону реки. Тут, короче, разнообразные абсолютно задания, очень интересные. Эта игра точно поможет убить время. Если бы, конечно, не эти глюки, хотя я играю в эту игру уже 9 лет и не замечал, и ни разу до этого глюков не замечал. Мы где? А, мы уже близко. О, вот мы сейчас прям пойдем вот сюда немножко прокопнем, чтобы лестницу случайно не сломать. Используем сейсмический сканер. Не очень удобно кликать по лестнице, конечно, вот так. Ну и все. Поднимаемся наверх и все. Отлично, ты сделал тоннель, чтобы пересечь реку. И никакой мост не нужен. Ну, его когда-нибудь построят. Но пока будем пользоваться подземным ходом.
Я могу клавишами вот так переключать стрелочками. Temple of Traps. Этот уровень был в бесплатной версии, кстати, но мы его не проходили. А нет, мы его проходили, мы его проходили. Мы проходили его, мы проходили его. Я вспомнил. В полной версии вот эти рычажки вот так поднимались еще. Короче, три тоннеля. Быстренько заходим в каждый из них. И вазу там находим. Мы это проходили. Здесь надо угадать. И я уже помню все ходы. Тут посередине. Так, вот первая ваза. Второй туннель. Здесь надо поторопиться, пока на нас не упали камни. Газ тут ядовитый. Отлично, мы все нашли. Tablet Hunt. Нужно найти 4 пискис песес для меня. Тут лабиринт какой-то. Опять лабиринт. Как, так же, как и в предыдущем уровне, здесь отсутствует магазин. Надо найти 4 каких-то там предмета. Я не помню каких. Точнее, я помню каких, но я не помню. Не знаю название. Вот это какая-то бумажка вообще. Непонятная. Таблет, блин. Каменный планшет, что ли. Тоже такие вот крепости подземные тут есть. Посмотрим. Можешь использовать карту. Так, глюка не произошло, слава богу. Но я вас поздравляю, вы увидели такой редкий глюк, который вы нигде больше не увидите. Так, вот вторая штука. Так, я думаю, что там тупикнуло, но мы все равно сходим. Да, там тупик. Можно было сюда и не ходить. Вот еще третья штука. И еще одну надо найти. У нас сэндвич-то есть. Три штуки есть. Но я думаю, нам хватит и одного. Посмотрим на карту. Давайте используем команду resume. Потому что... Ну, во-первых, звездочку это у нас не отнимет. Во-вторых, нам будет легче попасть сюда. Быстрее, точнее. Ну и легче тоже. Ну и последняя. Последняя штучка. Ты нашел все части этой фигни. Все, короче, великолепно. Rescue. Пожалуйста, помоги нам. Я работал в шахте со своими братьями. И они там... Мои три братья где-то там потерялись внизу. Не волнуйся, я их найду. Спасибо. Спасибо, он сказал нам.
Я тут поставил таблички. Следи за Аропс, это вообще стрелы какие-то, по-моему. За табличками, короче, следить надо, я так понимаю. Ох, ё-моё, чё все рушится-то? Что у нас есть? У нас есть всего один бутерброд, и я не уверен, что нам хватит его на всю дорогу. Вот это полезная штука, дает нам целых 19 этих. Давай, копайся. Он копается долго, правда. Туда не пойдем пока. Пойдем вниз. По указателям. Никаких камней нет. Ну, хотя и так понятно, что и там никаких камней нет. Так, стрелка. Если стрелка показывает ту сторону, значит надо туда копать. Динамита-то вот у меня нет. Придется камень перелезать. Еще один лифт. Давай быстрее копай, быстрее, блин. Так, теперь идем вниз. А вот один из них. Спасибо, что нашел меня. Я бы никогда бы отсюда бы без тебя не выбрался. И он исчезает. Минуточку, а что нам еще надо сделать? Найти 10 купер. И третье задание это собрать 200 этих долларов. Куперс это вот эта вот штука. Сокровище, которое мы собираем. А я что-то и не заметил, что у нас три задания аж. Туда не очень не экономично с лестницами как-то. Я думаю, один из них там еще находится. Прокопаем туда. А хотя... Не знаю, даже у нас... Мне кажется, надо выбраться сначала на улицу. Зайти в магазин. Купить чего-нибудь полезного. О, а вот еще один. Эх, боюсь, мы не успеем выбраться на улицу. Сколько там? Ого, много. Мы не успеем, мы никаким образом не успеем. Ладно, телепортируемся наверх и возвращаемся ни с чем. Упали, блин. Ну, куперсы хотя бы у нас эти собираются. А, блин, туда мы не попадем. Блин, я думал, хитро так сейчас зайдем, но нет. Короче, вот это последнее задание мы выполняем и заканчиваем на этом. Я думаю, 200 этих мы не наберем. Слишком сложно. Не будем отвлекаться, наверное, на эти штуки.
белые опалы, а то здоровье все потеряем. Нам надо найти еще третьего этого чувака. Я так понимаю, вот здесь он где-то находится, и мы сейчас пойдем туда. Не, да зачем ты тут копаешь-то? Вот здесь мы не были, вот здесь мы не были. Но я так и знал, третий здесь. Мы спасены. Давайте продолжим, может мы хотя бы этих сможем собрать. Сколько нам их всего нужно? 10? Сэндвичей у нас нет. Куперсы есть наверху. Отлично. Мы собрали все 10 штук. И на этом можно, наверное, заканчивать. Потому что 200 мы хрен наберем. В смысле? Какого черта-то? Я же обе звезды собрал. Да ладно, пофигу. То, что мы 3 звезды не выполнили, это нам ничего не даст. Дополнительные это типа бонусные, они ничего вообще не дают. Ладно, на этом мы закончим. Единственное, что хочу вам показать, это обычный фриплей. Осталось вам показать. В демо-версии надо было с главной целью... Видите, шкалы за здоровьем у нас нет. Это найти один белый опал. А здесь один розовый алмаз. Самое дорогое сокровище в этой игре. Посмотрим, есть ли у нас что-то новенькое среди этих вещей. Здесь нету. Огнетушитель, по-моему, появился. Еще что-то. Gold Pen. Есть только в Expeditions, и это только в Expeditions. Это, я так понимаю, пожары тушит. Это... Аллоус, господи. Что-то делает с водой. Золото, что ли, переплавляет? Короче, жаль, русского языка нету. Фиг поймешь с некоторыми вещами. Бля. Ну и сокровища. Вот Мича. Вот этих вот я не помню. Вот этих. Обсидиан, блин. Тут есть некоторые сокровища, которых в демо-версии не было. Есть еще вот такое золото маленькое. Самое дорогое сокровище это по-прежнему розовый алмаз. Ладно, на этом мы закончим. Всем спасибо за просмотр. С вас лайк, подписывайтесь, с меня эпичные видосы. Подписывайтесь на этот канал и на группу ВКонтакте. Всем пока.